когда проходит вот эти несколько десятков лет, которые мы даны Богом, тут мы рождаемся, проходим какую-то жизнь свою и потом умираем, мы каждый раз себя, может быть, в конце жизни, может быть, в середине жизни, а может быть, и значительно раньше, кому как удается, проверяем, зачем мы пришли в этот мир, для чего мы существуем, почему у нас складывается так или не иначе. А, наверное, потому что мы пришли в этот мир для очищения души. Человек не может ничего сам. Это ясно. Ясно, что нами движет Бог. И ясно, что наши дела все принадлежат только Ему. Ни плохие, ни хорошие. Ведь в Евангелии сказано, что человек, что Бог любит каждого человека, абсолютно каждого. Ему не важно, какой человек, там, нищий он или богатый он, или он одет во что-то великолепное, или он в лохмотьях. Ему не важно, кто есть кто. Ему важно, как мы относимся к Богу. Наверное.